Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить хроники Риддика в бухте какого-то мясника. Ой, что такое? Я взяла, что ли? Что-то лежало там. Вот, нас... мы остановились на месте, где нас убили. Ой, куда, нас куда, подкокнули куда, куда? Здесь, наверху, нам наверх, наверху нас кокнули солдафоны. Мотылёк. Мотылёк. Вот, полезли, значит, дальше. Так, смотри аккуратно, проходите. Где там, там они должны быть фиговые. Вот здесь, наверное, нет? О, мы обратно приперлись, нет? Да, нам вниз, на обратно, вниз здесь. Только козырение выключи. Вот давай вниз. Нам по другой лестнице какой-то, там, где эти солдатики стояли. Ищем. Надо, короче, запустить вот эту хрень, помнишь? Сдвинуть. А, вот, понятно. Помнишь? Ну. Вот нам нужно как куда-то проникнуть, там, где вот эту хрень надо запустить. Они, видимо, электричество отключили. Мотыльки – это местная валюта, тоже одна из местной валюты. Да, что-то из них выжимают и курят. Так, вот здесь аккуратно, не ползи сильно. А, кот, сфинкс наш, породистый. Опять сюда приперли, да ё-моё. Не сюда. Это там, где мы начинали вообще. Пойдем вниз опять. Шо мы все туда и туда, ёбо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. И так. Здесь опять не там. Значит, там точно, да? Вот где-то там. Вот это что за лестница? Давай сюда. О, мотыльков собираешь. Так, оп-оп. Попробуй сюда. Мы ползём по лестнице, все ползём и ползём. Что-то мы запутались. Тихо. Привет, братишка, как успехи? Вот вот здесь сейчас надо эту хрень брать сразу, резко. Это ты нам? Сейчас он скроется. Давай. Бери. Бей его нахрен. Ах, так у нас и здоровья-то не было. У нас нет здоровья, да. То есть надо срочно его бить. Блин, фигово. Здоровья-то начали. Не было совсем. Ой. Мотылька стырила случайно. Блин, а где бы нам здоровье? Да что, мотыльку будем собирать? Да. Давай собирай. Так, нам нужно этот. Где-то подзарядиться. А где подзаряжаться-то непонятно. Надо в него успеть стрельнуть. Блин, может кокнуть его? Как, братишка? Привет, если он сейчас далеко уйдет, стоп, пускай свалит. Тихо. Блин, он все равно ползет. Тихо, давай, тихо. Иди. Бомби его. Кидай его туда нахрен. Иди отсюда, хмырь. Ногой долбани его. О, все, отрубаем. Да. Вот по этой лестнице ползти по-любому. Ну что ты не ползешь? Есть. Вниз или вверх, фиг его. Нам нужно А вон карта, можно карту использовать, смотри. Ну подожди, давай сюда сходим. Давай. Это что за хрень? Смотри, тоже какой-то проход. Смотри сама, куда пойдем. Туда-туда. Там просто через обычный ход, там могут быть какие-нибудь люди, понимаешь? Если кто-нибудь нас выстрелит, да. Нам будет худо. Вон там. О, видишь, вот за дверью прям стоит. Блин, нам подержалка нужна. Сохранение хорошо. Ты видишь, что упало, хмырь? Что-то здесь не так. Пойду тихо, взглянем. Тихо. Где он там? Все ходил. На чеку надо оставаться. Вот он, давай. Блин, мимо. Ладно, подожди-ка, тихо. Иди сюда. Во, идет. Есть. Бомби его. Тихо. Заряжалка, что ли? Нет, заряжалки нет. Так, приготовься стрелять, если что. О, это точно мудро. Тихонечко. Кто видит в темноте? Только я. Е, давай е. Тура. По-любому. Они ни хрена не видят в темноте, а вот мы видим. Блин, у него есть код какой-нибудь?
Крэк-код. Крэк-код. Крэк. Ты не, это, не свернул язык, пока ты читал. Пойдем на лестницу. Крэк-код. Слушай, у него есть что-нибудь карта? Вот тут такая? Какая-то панель. Так мы оттуда просто войдем. Тогда похуй, мы по вентиляции прошли. У тебя есть попок что-нибудь? У тебя ничего нет. Там лестница какая-то была. Вот только по лестнице. Крэк-код. Кряк тебе нужен, ё-моё, или утка. О, как он аккуратненько лезет. Тихо. Что там у нас? Как оно, проблем нет? Музыка, решетку музыка, бей, решетку. Че он укнул? Да я случайно прыгнул. Музыка заиграла, аж как да, будто... Да, да. Он ползет до самого конца, он не может остановиться, понимаешь? Фигово. Решетку бьем и валим. Давай. Молодец. Е. Си. Отлично. Кто там у нас? Сиди здесь. У. Фонарь. Вот. Вот эту кнопку нам надо врубить, а потом обратно топать. Тихо. Блин, их там двое. Тихо. Второй. Тихо. Давай, второго. Этого лысача бей. Давай. Бей. Второго бей, срочно. Второго. Давай. Ку выключи. Теперь что? Вот эту кнопку нажми. Встань. Уходим. Подожди, это защита, что ли? Нам надо это включить? В смысле, карта какая-то лежит. Или это пекаль? Карта лежит, по-любому. Вот карта. Бери. Возьми карту. Отлично. Давай заряжалку посмотрим, а? Подожди-ка ты. Нам нужно создать здесь хорошую атмосферу. Да, вон она, заряжалка, отлично. Значит, идем к ней. Что-то и здесь такое... свет, что ли, есть? Да выруби его нахрен, давай. Что здесь такое было только что? Кнопка тревоги. Не, так, кнопка... это не надо нам точно. Вот он, свет. Выруби его тоже, если хочешь. Заряжайся. Сорочнику. О, зашибись, заряд. Хорошо. Мы карту взяли, теперь мы можем туда спуститься и пойти по карте. Или здесь? Вот здесь что? Посмотри. Что это такое? Ты наш не будешь стрелять? А, отлично, вот то, что нам надо. Запускаем поезд наш. Все, валим вниз. Так. И чё? Рельс кончился. Надо искать другой. Чё? И что это значит? Другой искать рельс? Пошли тогда. У нас карта есть, понятно. Входим в темную зону. Да. У нас есть карта, да. Так, она нам откроет чего-нибудь. Иди ты со своим телом. Тащи воз. Вот карта. Вставай, а что ты не встанешь? О, вот сюда карту можно использовать? Зачем? А фиг его знает. Может, куда-нибудь пойдем? Есть. Все. Что-то там открыл. О! Блин, на лифте надо было ехать. Понятно. Че? Давай обратно его поднимем. На лифте надо было ехать, получается, да? А может спрыгнуть или фиг его знает? Так, подожди. Где мы находимся-то? Вон туда иди, туда. Вот отсюда мы пришли, вот с лестницы, вон той. Mm-hmm. Оттуда мы пришли. И куда нам надо? На лифт, наверное. Прыгай на него, похрен. Или нет, подожди. Может его поднять наоборот надо? Подними, попробуй. Он его сейчас поднимет. Блин. Вот.
Мы сейчас в него зайдем по-быстрому. Ух ты, вот оно что за хрень. Вот как. Понятно. Опа! Так, что у нас там? Куда там нам надо было пройти? Ронтер. Роутер. Маршрутизатор. А, роутер, да? Угу. Мининг. Что-то гор. Так, загрузил. Горные мины? Да. Кор. Кор. Ку-то выключи, ку-ку-ку. А чё мы? В тюряшку что ли спустились? Значит, так надо. Вот, сюда, вниз. Газ. А зачем сюда? На ящике что ли собраться? И что здесь делать, я не понимаю. Поэтому... Здесь ни хрена, здесь какая-то фигня. Пошли сюда. О, еще одна хренатня. Иди к ней, компьютер. Тихо. Мы правильно идем, точно. Еще одни рельсы. Подожди, ух, ё-моё, мы вообще с самого начала поперлись. Охренеть. Помнишь, Дима, мы здесь были. Ой-ой-ой, робот. Ныкайся. Охренеть, может нам не сюда, оказывается, надо было, может быть. Ой, надо было, наверное, все-таки на лифте нам поехать. Может быть. Игру сделали очень путанную. Просто сделали, ну, то есть, не так, как обычно человек идет и идет по сюжету. Теперь кабзец, нам только через робота идти. Больше никогда. Ой, какой путь-то мы огромный сделали. Ё-моё, надо было... Подожди, а мы же были... Мы же бомбу достали, теперь ему надо найти этого... Нашего тюрьмы... Джаггера, Джаггера. Может, так он там и стоит. Мы вот как раз, может, рядом с ним. Так, наверное, все и должно быть. Так, да вот так иди. Хмельги. Блин, гадюка. Беги сразу туда, вон туда. Беги, давай. Прыгай, прыгай. И все. Отлично. Забирайся сюда, если что. Все, пускай мы там бегаем. Где он там? Как пойдем, как пойдем, как пойдем. Пошли сюда. Тихо, где он? Ух ты, ё-бог. Жаль, что его не кокнуть никак, блин. Бежим? Беги. Газ, заметил. Вот как он заметил меня? Как он меня заметил? Это нереально вообще. Чувствует, что ли, ё-моё, железяка, как ты можешь чувствовать? Так, где ты тут? Вот он, давай, Грэм. Грэм, а ты кто? Ты, наверное, Риддик. Джаггер велел подождать тебя. Он попытается добраться до космопорта. Риддик должен положить в пещере тот пакет, который взял у Юпитера. Когда начнется ад, Риддик пусть бежит в космопорт. Вот так он и сказал. Эй, я начал... А, ну, ну козлина, Хамид. Вы с Джаггером решили сбежать, да? Наверное, у тебя есть тот пакет, который нужно оставить в пещере, из-за него начнется ад. А ты тогда беги в космопорт. Думаю, это хороший план. Все, пошел он. Оставить его в пещере. Леша, в какой пещере его нужно оставить? Откуда мне надо думать, где оставлять? В какой пещере его оставлять, хрен его знает. В какой-то пещере его ставить. Давай посмотрим, в какой пещере. Может, там, где газ был? Может быть, давай. Это как пещера считается? Ну, такая пещерка, да. Только он не знаю. Где хмырь? Хмырь. Как он? Куда он смотрит? О, беги, он назад идет. Вперед идет. А он все равно, когда бежишь, он начинает поворачиваться. Как будто у него глаза назад. Вот как такое может быть? А вот да, тихо. Этого не может быть. Просто невозможно. Тихо, тихо. Пускай стреляет. Все, пошел вон. Пойдем в нашу пещерку.
А как на космодром, космодром? Что там такое? Хмы что? Вот это, наверное, вот давай. Вот газ. Наверное, все-таки сюда. Оставляю ее здесь. Где бомба? Ищи ее. В инвентаре. Какая-то кнопка должна быть, наверное. У тебя чтобы... бомба есть в инвентаре. Должна же быть какая-то Какая кнопка? То есть... Просто бери ее, оставляй. А как я тебе ее оставлю? Он разве может брать предметы? Может, наверное. Колесиком бери, Кать. Уйди отсюда. Выбирай. Какая-то кнопка есть, да. Инвентарь у нас должен быть. Вот так круг такой должен быть. Ищи на кнопках. У нас должен быть появиться такой круг, понимаешь? Это я точно помню. Ты делал это. Не то. Так, не то. Shift нет. Колесо нажми, попробуй, выйди. Нажми колесо. Давай выйдем отсюда и поучимся, как брать это колесо долбанное. Куда ему тут хреново? Выйди, давай научимся, как колесо брать. И здесь то же самое, смотри. Подожди. Что здесь то же самое? Газ. Ну выйди пока отсюда. Давай, у нас должен быть вот такой круг, и там мы должны брать предметы. Приходится иногда так разбираться. Потому что... Что это? Вот она. Ну что? А где бомба наша? Как эта кнопка называется? Значит, он ее должен просто оставить, как я тебе и сказала. Значит, это не здесь, а в другой пещере. Хрен знает, в какой-то пещере, капец. В какой же ты пещере должен ее оставить, пупок? Мы где? Значит, мы идем обратно. А, он нас и не видит. Нет, он повернулся, смотри-ка ты, он опять повернулся. Как ну так они сделали, да, что это чтобы так... чувствовал. Это как-то несправедливо, вообще нечестно. Он не должен видеть. А он пошел, смотри, пошел. Где эту пещерку-то найти, ну? А? Ладно, мы ее найдем все равно. Хмырь нам ничего не говорит. Где эту пещеру взять? Скажи нам ты. Invisible Man. В какой-то пещере надо ее оставить. Пошли тогда туда обратно. А здесь хмырь. Вот куда он сейчас пойдет? Где он пойдет? Посмотрим. Стоит. Сюда идет. Прям попер, попер. Ушло чудовище. И сразу увидел. Да, да, затылком видит вообще. Я охренел. Охеревший мудозвон. Высунешь нос, и ты труп. Может быть... Стоп. Посмотри здесь что-нибудь. Ха-ха-ха. Здесь должна быть какая-то дверь, может быть. Нет, это не то. Блин, где здесь дверь? Может, была здесь дверь? Вот эта дверь. Попробуй вот сюда. Подожди, сейчас, секунду. На лифт не надо. У меня мания все собирать. Все, что можно собрать. Ну, соберем. Вот сюда попробуй. Вот. Крекл. Не надо? Давай. Вот здесь мы не были, по-моему. А, нет, были. Труп-то лежит, ёбал. Где это мы? Мы тут лазили, помнишь, везде, когда они стреляли? Где-то должна быть какая-то пещера. Карго-транспорт. Наверное, не туда. Может, сюда? Вот та дверь. Что? Стоп. Там лифт. Да? Это лифт. Посмотри, еще здесь двери какие-нибудь. Пещеры какие? Вспомнишь какие-нибудь поищи пещеры? Поищи что-нибудь там, пожалуйста. Где? Вот здесь посмотри, что здесь есть что-нибудь, какая-нибудь пещерка. Угу. Блин, все равно собирает хмаря этого. Так. Куда еще посмотреть? Там мы были. Ну тогда больше некуда смотреть, ё-моё. Чё, на лифте что ли топать? Как пошли эту пещерку-то обнаружить? Кстати, да, надо почитать в меню, может там тоже какая-то подсказка будет. Давай почитаем.
где там у нас задание наше? Ты посмотри по карте, может, нам пещерка будет только. Заложите бомбу в комнате, заполненной газом. Находящиеся там существа устроят настоящую бойню, когда взрыв их освободит. Все, там, где мы для Джаггера брали эту хреню. Хрена, назад идем. Помнишь? Блин, надо было сразу почитать, ебу. Ну кто тут? Нац. Нац, знаете, что значит? Это мозг. Кто тут мозги? Обратно топаем. Обратно. А где там его комната была, не помнишь? Где там она? Блин, сейчас опять через эту железяку идти. Какие-то монстры там строят какой-то ад. Тогда будет какой-то переполох, я так полагаю. Куретники. И можно будет как раз сбежать в этот момент. Да. Пока он... Ну, они хотят переполох устроить. Понятно. Значит, идем в комнату с газом. Поперлись опять через хмаря идти. Там, где мы пакет для него брали. Помнишь, он сказал... Кстати, там, говорит, комната есть. И там полно монстров, помнишь? Да. Все понятно. Здесь, кстати, тоже газ. Да, здесь везде газ. Гороховый. Так, вот он как раз убежал. То есть пошел. А ты стой здесь всю вечность. А вы... Че? Ну смотри, вот что делать? О, еще медленнее иди. Какой же ты медленный. Вот сюда иди, наверх. Ёб, чё бы не придавили. А хорошо, он сюда встал. Иди, все, иди. Попал, да. Музыка бесит, это, которая... Прыгай, прыгай. Прыгай, прыгай, прыгай. Где ты, урод? Выходи, сволочь, конечно. А ты выйди. Мы тут уже 100 раз мимо тебя пробежали. Но все равно они замечают, и это бесит. Затылком видит. Да. И чует. Так, ищи комнату. Где мы там были в этой комнате? Газ. Там должна быть дыра какая-то, а ее почему-то... Вот эта комната, здесь она была, что за хрень? Дырка здесь была. Вот эта комната. Вот. Вот сюда. Вот она. Ё-моё. И не увидеть ни хрена. Давай. Лучше зрение врубить. Не-не. Вот дырищу. Давай. Есть. Все, наконец-то. Хорошо идешь, когда и не путаешься, где, что и когда. Да мы уже выучили эти все... Какой ад без ох, огонька. Как же ты же дышишь и говоришь. Валим. Валим. Сейчас бомба зовется нахрен. Мимо ржавого корыта надо идти. Все, заставка? Так, что это такое? Какого? Стоять, запретная зона. О, прости, ошибочка вышла. Не двигаться, заключенный, не так все просто. Имя? Риддик. Твою мать. Тебе, наверное, нужно подкрепление? Это 22Б, прошу подкрепление и пришлите вниз вагон для Риддика, идентификационный номер. Его нужно усыпить. Давайте, немедленно. А нам нужен вагон. А нам как раз таки нужен вагон. Ну, в общем, он разволновался, что это Риддик, да? Он прям... Так, и что они хотят сделать с ним? Они сейчас нас увезут, а там будет бомба. А теперь ваша головная боль. Теперь он ваша головная боль. Ремни, так. Заключенный на место. К транспортировке готов. Куда они его денут? А это все по его плану. Фредди Меркьюри. Что происходит? Взрыв, что происходит? Там сейчас монстры вылезут, кабдец начнется, пердеж. Все. Что это было? Лучше не выходи. Вот наш путь на свободу.
Ремня стегнуты. Следи вон за тем, я посмотрю, что там такое. Проблема? Лежи и не двигайся. Видишь что-нибудь? Пушку дайте нам. Слушай, пушки нам можно брать. Взрыв произошел. Темно. А я все вижу. Боишься? Я не боюсь. Эта темнота боится меня. Ну что, пойдем. Пошли. Ну что делать? В темноту пойдем. Нам нужно сохранение, наверное. Так мы его убьем или что? Не знаю, ты просто пройди мимо него, что мы будем делать. Если он кокнет, то... кокай его туда. Понятно, его кокать надо. Хмы, ты задолбал, что ты стрелял от нас? Хорошо, его надо было кокнуть, получается, правильно? Mm-hmm. Хорошо, ну тогда вот, все, здесь мы закончим. Да, так что подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк. Всем удачи, пока смотрите наше прохождение. Мы сдвинулись. Пока.